Oferă cuvântul președintelui partidului nostru și primarului municipiului Bălț, Renato Усатый. Я вас приветствую, дорогие друзья. Мы подтверждаем свои существующие программные требования о диктатуре закона, об ужесточении наказания по коррупционным преступлениям, введении презумпции виновности для чиновников, об отмене иммунитета судей, о реформе судебной системы, о ревизии приватизации, о расследовании резонансных преступлений, как кража миллиарда, о конфискации наворованного имущества, о люстрации в отношении тех, кто обслуживал мафиозные интересы олигархических группировок, особенно тех, которые обслуживают ее сегодня. Власти самым наглым образом переложили на плечи всех граждан возвращение украденного из банков миллиарда. Эти деньги должны возвращать не рядовые граждане, а те, кто участвовал в краже веки, их сообщники из парламентского большинства, а также их ближайшие родственники. Списки предоставим в ближайшее время, чтобы их знала вся страна. Наша партия стала действительно нашей партией. Для ЛДПР наша партия – это партнер. Я лишь человек, который является патриотом своей страны. И мне приятно сегодня находиться в зале, где собраны практически, ну, несколько тысяч патриотов своей страны. Мне приятно видеть взгляды тех, кто встретился с самим страхом. Вас уже не остановит ничто. Вас запугивали, вас арестовывали, вас унижали. Вам показывали свое место. Но сегодня, здесь, на 5-м съезде, вы показали, что ваше место с вашим народом. В Молдавии сегодня единственная партия с будущим – это наша партия. Почему? Потому что у нашей партии растет достойная политическая смена. Мы имеем нужду от еще двух вице-президентов партии. Крест сарчинле, крест повара партийника. Девеним о форце солида, и в скорт тим вом домина сцена политика дин Република Молдова. Два года прошедшие с последнего съезда, партия выросла в мощное политическое формирование, в большой степени определяющее политическую повестку дня Молдовы. Я свой выбор сделала. Я покинула руководящую должность в Министерстве юстиции. Я отказалась быть частью преступной и продажной системы. Я отказалась быть соучастницей деспотического уничтожения Республики Молдова. Я отказалась присмыкаться перед карманными чиновниками бандитского режима. Я выбрала народ Молдовы. Я выбрала нашу партию. Эта власть хочет снова поменять избирательную систему, чтобы украсть и следующие выборы. Наша партия – это та сила, которая может поломать все эти планы, которая может исправить ситуацию в Молдове к лучшему. К сожалению, полицейский произвол в отношении нас продолжается. На данный момент под арестом все еще находятся наши соратники, наши с вами друзья и товарищи. Да, сегодня системы правосудия в Молдове не существует, но в скором будущем весь этот мыльный пузырь лопнет. Мы приняли Бельцы в разрушенном состоянии, многие из вас это знают. Тяжкое наследство досталось нам от коррумпированной прежней власти, которая не сменялась два десятка лет. Но за очень короткий срок мы сумели переломить ситуацию в Бельцах. Разобрались с ворами и чиновниками, которые наживались на городском хозяйстве. Провели качественный аудит, привели в порядок финансы муниципия. И результат не заставил себя ждать. Драджи мей, треба си депунем тоти форту, ка să ținem oamenii acasă, ca regimul tâlhăresc care este astăzi la conducere să fie dat jos,
корче прец легал норматив și oamenii care se opun stării de astăzi care există în Republica Moldova, eu constat că astăzi neoficial în Republica Moldova este instaurat regimul sclavagist. Если кто-то надеялся, что ослабит нас репрессиями и закулисными интригами, или вообще устранит нашу партию с политической арены, то мы разочаруем этих недоброжелателей. В палаточном городке Свободы мы часто пели песню, в которой есть замечательные слова: «Ничто на земле не проходит бесследно». 3 года деятельности нашей партии тоже не прошли бесследно для каждого из нас. Они нас закалили, сделали сильнее и сплоченнее. В этой же песне есть и другие слова. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Мы все, сотни делегатов этого съезда, десятки и сотни тысяч наших сторонников, точно себя не потеряли, потому что мы нашли себя в самой сильной политической партии в стране. Мы нашли себя в нашей партии. Огромное вам спасибо. У нас больше нет времени ждать изменений к лучшему. Само собой, ничего к лучшему не изменится. Перемен мы можем добиться только с вами. Мы обязательно будем идти только вперед. И они сделают с нами все, что смогут, а мы потом с ними все, что захотим. Спасибо. Președintele Partidului Politic, Partidul nostru, Renato Usatăi.